Торговые сети Европы начали готовиться к Пасхе. Куличи здесь предлагают сделать особенно нарядными, украсить цветами, веточками вербы и церковными куполами. В пекарнях торговой сети Европа пасхальные куличи готовят из самых отборных продуктов. Мука высшего сорта, только свежие яйца и масло. Тесто щедро сдабривают отборным изюмом. Выпечку делают по своим фирменным и новым рецептам. Технологии приготовления совершенствуются каждый год. А в украшении специалисты торговой сети проявляют поистине дизайнерское мастерство. В этом году мы рады представить своим покупателям новый вид кулича – кулич «Праздничный храм». Это кулич особо сложной работы. Он отличается и по своему составу, и по своему дизайнерскому украшению. На мастер-класс по приготовлению пасхальных куличей приехали лучшие пекари сети Европа, чтобы поделиться с коллегами своими навыками в искусстве оформления и приготовления главного праздничного блюда. В этом году кондитеры дали волю фантазии. В украшении использовали вафельные цветы. Веточки вербы приготовили из заварного теста, фигуры из мармелада. Все символизирует приход весны и возрождение. Сейчас мы нашу вербу оживим. Раскрасим ее белком и добавим для декора глазури. Специалисты работают с особой тщательностью и заботой. Каждая деталь дарит праздничное настроение, чтобы радовать постоянных и новых покупателей. Для сохранения мягкости, аромата и внешнего вида пасхальный кулич заворачивают в удобную упаковку. Завяжем его нарядной ленточкой, которая придаст праздничный вид. Карина Мыцких, Сергей Малеев, Вести, Курск.